11 марта всем знакам зодиака следует быть предельно внимательными к себе и своему здоровью. Большой риск получить серьезную травму, которая потребует длительного лечения и больших материальных затрат. Овны, неблаговидные поступки, совершенные вами во вторую пятницу марта, самым негативным образом отразятся на вашей же репутации. Без помощи близких вы не сможете найти достойный выход из трудной ситуации. Предстоит оперативно принять меры для сглаживания конфликта. Тельцы, увы, ваши желания будут как никогда далеки от возможностей. Ежедневные запросы возрастают намного быстрее, чем доходы. Поэтому сократите список покупок на ближайшее время. При этом судьба может подарить вам встречу с человеком, который займет важное место в вашей жизни. Близнецы, новая информация поможет вам оформить свои идеи и начать реализацию интересного проекта. Воздержитесь от общения с людьми, которые вызывают у вас неприязнь или раздражение. Не стоит затягивать ситуацию, в которой вы испытываете дискомфорт. Это негативно отражается на вашем общем состоянии. Раки, 11 марта проявите инициативу. Ваша смелость и готовность выполнить трудоемкое задание получат достойное вознаграждение. Работать с фантазией и настроением всегда интереснее. Плодотворно пройдут ремонт или генеральная уборка в доме, в семье, мир и порядок. Львы, займите активную жизненную позицию. Начался период творческого поиска и самореализации. Повышается энергетический потенциал. Можно с уверенностью рассчитывать на положительный результат. Такое ваше состояние не останется незамеченным. Вы будете вызывать восхищение у окружающих. Девы, вам успеха можно достичь только ценой кропотливого труда. Не жалейте себя, проявите упорство и трудолюбие. Нужна смелость для оперативного принятия важных решений. Активность в этот день поможет не остаться в стороне от главных событий. День также подходит для поездок. Весы, без поддержки друзей и родных удачи 11 марта вам не видать. К тому же радость долгожданной победы всегда приятно разделить с близкими людьми. Цените тех, кто рядом с вами в этот день. Если будет необходимо, вы всегда готовы прийти на помощь без колебаний и опасений за свои собственные интересы. Скорпион, у вас появится возможность кардинально сменить род деятельности. Вы обзаведетесь новыми друзьями и знакомыми. Можете встретить настоящую любовь. Не бойтесь мечтать и ставить перед собой самые амбициозные цели. Возможно, путешествия, романтические или деловые поездки. Стрельцы, новый день может открыть вам тайные знания, благоприятный период для новых идей и смелых проектов. Чем больше труда, стараний и усилий будет приложено с вашей стороны, тем лучше будет результат. Однако не стоит планировать что-то грандиозное. Успешными будут дела, связанные с оформлением документов. Козероги, для вас не предвидится существенных перемен в трудовой деятельности. Не позволяйте втянуть себя в сомнительные авантюры. Пользы они не принесут, а навредить вам могут довольно сильно. Но чем-нибудь приятным побалуйте себя. Водолей, ваш новый день будет буквально искриться от напряжения. Проблемы, трудности могут возникнуть в любой момент и по любому поводу. На работе это ссоры с коллегами, в семье причиной раздора может стать любая мелочь, например, разбитая чашка. Противопоказаны новые знакомства. Не проявляйте активность. Рыбы, все, что было запланировано, пройдет гладко и с максимальным успехом. Дополнительных трудностей у вас не возникнет. Вы сможете найти общий язык с любым нужным человеком, при этом вы чувствуете себя очень комфортно, что не ускользает от взгляда окружающих. Всем знакам зодиака звезды советуют 11 марта не забывать о спорте. Звезды знают, что говорят.